Совсем скоро состоится прекрасный первый праздник весны – Международный женский день. По этому случаю в Каспийске проходят тематические мероприятия, одно из которых состоялось на базе городской гимназии номер 11. Сегодня в нашем зале присутствует самая прекрасная половина человечества, в том числе матеря и жены участников специальной военной операции. Сегодня дорогие вам люди находятся вдали от дома. Они защищают нашу Родину. Они настоящие герои, и мы гордимся ими. Вы имеете полное право гордиться своими сыновьями. Вы – моральный эталон нашего общества. Поздравили представительниц прекрасного пола с предстоящим праздником директор образовательного учреждения Мурат Идрисов и заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов. Уважаемые наши женщины, матеря, сестры, очень приятно находиться в такой теплой, прекрасной обстановке. Это все делаете вы, наши женщины. Я хочу вас поздравить с наступающим праздником, с 8 марта. И в преддверии этого праздника вам пожелать крепкого здоровья, счастья, любви. И чтобы всегда были с вами рядом ваши надежные, сильные мужчины. Началось торжественное мероприятие с творческого выступления военнослужащей Юлии Козловой. Она исполнила песни «Желаю тебе, земля моя» и «Жена офицера». Жена офицера. Далее выступил оркестр краснознаменной Каспийской флотилии. Музыканты исполнили всеми любимые и знаменитые отечественные композиции, а также виртуозно исполнили на балалайке русскую народную песню «Валенки». Подготовили творческие номера и воспитанники детских коллективов города. Детская школа искусств имени Сергея Габабова, хореографические ансамбли «Вдохновение» и «Мир танца», а также детская школа эстрадной песни.